Коренная жительница Самары и садовод со стажем Людмила Голубева работы не боится. Удобные одежды, перчатки и солнечная погода – все необходимое для посадки цветов. Вначале нужно немного удобрения, воды, потом корень, потом засыпать, немножко притопать и еще раз полить. Вот так. У меня на своей даче, когда она была, очень были красивые гортензии. Они очень радовали глаз, потому что они цвели все лето белым цветом, а к осени становились розовые, и от них поднималось настроение. Я думаю, все, кто будет приходить сюда в филармонию, их тоже будут радовать эти цветы. 200 кустов гортензии теперь обрамляют Самарскую государственную филармонию. Озеленение города проходит во всех районах. Активисты говорят, нельзя лениться. Если каждый внесет свою лепту, Самара преобразится в кратчайшие сроки. Мы думаем, если каждый посадит по цветку, это уже Самара станет благоухающим городом. И мы будем дышать не смоком, а ежедневно принимать цветочную терапию. Кусты гортензии зацветут уже следующим летом, а еще через год разрастутся на всю клумбу. Главное – правильно ухаживать. Пока приживаются, поливать каждый день, потом раз в неделю. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.